Всем привет, друзья! Привет! Анекдот будешь рассказывать? Нет. Добро пожаловать на наш Мукбанг-канал. Сегодня впервые в истории нашего канала наши первые суши и роллы в Турции. Такие нашли мы для вас суши и роллы, мы знаем, что вы их очень любите. Вот, а также заказали, Алексей себе заказал какой-то острый суп, я себе заказала мисо-суп, вот. А, вот такие вот своеобразные ложечки нам принесли. Я такими уже ела, Алексей еще ни разу. Меня... И воду мы заказали. Огромный... Подзамерз суп у меня, смотри. Да. Огромный сет у меня, у нас, вернее, с суши-роллами. Сейчас будем все это пробовать. Ссылочку на рецепт роллов мы вам оставим внизу в описании под этим видео. Переходите на наш основной кулинарный канал, готовьте вместе с нами и кушайте тоже вместе с нами. Всем желаем приятного аппетита! Чувствуется, морские гады чувствуются. Слушай, они даже крабовые палочки где-то нашли. Соленые. Почему-то в мисо-супе свежая капуста прям хрустит. А меня хрустит, как это называется? Квашеная капуста, или как это называется? Типа кимчи такие. Как с кочудяном суп ты готовишь, вкусный и острый. Из морепродуктов у меня здесь крабовые палочки и креветки. Музыка не сильно играет? Не знаю, микрофон рядом с нами стоит. Мы должны перекрикивать. По идее, не должны заблокировать? По идее, да. Здесь такое достаточно людное место. Людей много пришло. И машин, проезжая часть прям рядом. Машина гоняет. Очень соленый суп у меня. У тебя? У меня, на мой взгляд, мало острый. Так. И он больше такой. Надо, знаешь, что сделать? Кислый. Надо соевый соус. Имбирь. А смотри, имбирь здесь светлый. Соевый соус с васаби надо смешать. Тут салфеток мало, да? По одной выдали и все. Да, но они огромные. С икрой летучей рыбы. Это у нас не знаю что. Внутри вижу авокадо и крабовые палочки. Ничего, съедобно. Сашими даже нам принесли. Ну что, ну как его открывать? Ничего открывать не надо? Сашими свежачок, вкусно. Так, здесь с кунжутом. И тоже крабовые палочки. Видно, они самые дешевые. А у этих палочек где верх, где низ? Так, вспоминаем. Давно не ел, уже забыл, как надо правильно палочки держать. Представляешь? Можно музыку чуть пониже? Как спросить?
Так, это ролл с огурцом. Такой я и дом могу накатать. Люцен, please, little voice music. Music, gracias. Little. Ну, все еще кердерим. С огурцом даже без сыра феты. Без Филадельфии. По-моему, нормально. Музыка? Да, убавим. Убавим? Этот белый имбирь. Ну, он по вкусу такой же. В метро можно покупать. Я видела в метро, но, конечно же, розовый более презентабельный, более аппетитный. Я не стала покупать. Ну, это, наверное, просто у нас привычнее он, видимо, такой. Да. Так, а вот это просто авокадо. Такой я тоже могу накатать. А вот в эту, смотри, креветулю положили. Да. А, подожди. Бери ту. Это получается авокадо и креветка. Обалденная рыба. Обалденная рыба, свежайшая, супер. Так, сейчас мы ее оторвем ей хвост. Я развалил одну. Окончательно развалил и уронил суп. Вкусный? Ну что, можно брать? Да? Да. Вот это что? Самое супер. Да. Обалденная. Свежайшая. Это я еще не пробовала. А, вот с красной рыбкой. Я тут нигде не чувствую сыра, ты? Я тоже. Может быть, сыр это российское изобретение? Ну, с сыром вкусно. Сыром вкусно. Ну, такие роллы я могу накатать. Вот это вот суши. Ловлю на слове. Сушка с лососем. Пошла в ход. Ой. Вот это надо. Мы попали, глянь, сколько народу все прибывает и прибывает. Мы пришли, еще даже выбирали, где присядем. Ну да. А сейчас уже практически осталось место. Пришли бы позже, вообще бы не сели. Да. Спасибо, я тебя подгонял. Икра летучей рыбы где-то найдена была турками. Желтенькая. Может, там лето там? На мой вкус чуть-чуть отмякший рис. Чуть-чуть прям. Да? Может быть. Он более такой должен быть, упругий.
Но, скорее всего, они немножко готовятся, потому что они такой сет слишком быстро принесли. Да? Ну, рис у них однозначно готовый лежит. А может, там несколько поваров? Может быть. Так, суп вкусный, но соленый. Морепродуктов, кстати, много. Ну, среди морепродуктов крабовые палочки, правда, только и креветки. Но, тем не менее, с сушкой. Это суши, что ты не кушаешь? Я не пробовал суши. Там даже ни разу не пробовал. Ты же суши не делаешь, топорово делаешь. Да. Честно говоря, были бы у меня такие продукты, я бы приготовила лучше. Рис немножко отмякший. В общем-то и целом все вкусно, потому что продукты все хорошие, свежие. Да. Но рис немножко отмякший. Имбиря мало кладут. Хотя, может, мне кажется, сами турки не особо имбирь. Он острый. Хотя, ну да, они острые любят. Вкусно. А это другие вроде? Ой. Угу. Их даже много. Их даже много. Кого? Всех роликов и сушек. Да? Так с сашими, оказывается, вон еще что едят. Спасибо, ты раскидала. Ты чекердым. Чекердым. Только не ядрёный у них этот. А? Не ядрёный у них. Горчица. Серьезно? На мой взгляд, да. Ты не ядреная? Нет. Пойми побольше. Удалось надуть Ольгу. Попробовать чистую горчицу. Вкусные ролики. Я понял, как ты один раз купил ролики магазинные. Там сильно был отмякший рис. Там прям было неприятно кушать. А эти нормальные. Это мы в Суздале, по-моему, были, да? Да. Он не отмякший, они его переварили. Здесь. Ходи, научи на кухню.
рыбку кушала? Моя осталась? Хочешь? Не острый огурчик совсем? Соевым соусом хочешь поменяться? Давай поменяем. Ой. Только макай как следует, полностью, ладно? Обязательно. Слушай, ну достаточно сытно, да? Достаточно много. А эти с крабовым, а эти с рыбой, оказывается. Хорошие? Пошла, Зарика. А я тебе что сказала? Молодец. Оля умеет. Приготовить. Соевый соус. От того, что они переварили рис, по этой причине они рассыпаются некоторые. У меня сейчас сушка чуть не рассыпалась, но ловкость рук не позволила ей рассыпаться. А вы знаете, где они берут эту летучую рыбу? Да, она в морозилке отлично хранится. Да. Надо другу задать вопрос, может, в интернете. Я думаю, все будут спрашивать, а наши друзья пробовали суши роллы или нет? Сейчас мы их накормим, сегодня постараемся. Я думаю, что не пробовали. Неплохо. Ну, прям так сытно, да? Очень даже. Прям так малоежки наелись таким сетом. В описании было 45 предметов. Это каждую огуречину отдельно считали или вместе? Наверное, нет. Сашими, я думаю, это один предмет. Порция сашими. Наверное, да. Вкусно. Вкусно посидели. Очень было вкусно. Спасибо. Суши-маки
Сушинами, простите. Сушинами, да. Спасибо сушинами, но когда они научатся не переваривать рис, их продукции вообще цены не будет. Потому что я чувствую, что все наисвежайшее, рыба просто чек-гизаль. Вот, но рис немножко банально, просто вот переварили чуть-чуть рис. Все-таки он должен быть немножко такой альденте. Он не должен быть сваренный до полного. Он не должен быть... Правильно я сказала? Ну да, наверное. Ой. Все, наетушки. Пойдем сейчас наетушки, гулять. Да. Пойдем гулять. На влоговый канал снимем для вас видосики. Кто еще не подписан, обязательно подписывайтесь. Мы находимся в Турции, в городе Мерсин, напротив порта Марина. Да, сейчас пойдем прогуляемся по Марине, покажем для наших зрителей влогового канала, как там. Мы с вами еще ни разу не были, не видели. Возьмем зрителей наших с собой. Поэтому, кто еще не с нами на семейном канале, обязательно переходите. Ссылочки все есть внизу в описании под этим видео. Ну, а мы будем заканчивать это видео. Если видео понравилось, ставьте обязательно пальчики вверх, подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчик, чтобы вам сообщали о наших новых видео. И комментарий какой-нибудь хороший напишите. Или вопрос. Нам очень приятно с вами общаться. Всем спасибо за просмотр. Всем пока-пока. Приходите еще. Увидимся снова.